30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Именно в этот день, в 1974 году, бывшие узники мордовских лагерей впервые провели акцию, посвященную политзаключенным. Начиная с 1991 года, эта дата была официально закреплена в календаре. По данным общества «Мемориал», в Калининской области было заведено более 36 тысяч уголовных дел. В результате пострадало более 43 тысяч человек. Как минимум 5 тысяч из них были расстреляны. Начиная с 90-х годов, в Твери памятные мероприятия проходят в сквере Казакова, где находится памятник жертвам репрессий. Правда, если раньше здесь собирались руководители региона и города, а также многие сотни людей, то в последние годы на митинги приходят немногочисленные правозащитники, а также сами пострадавшие от коммунистического режима и их родственники.